Главы государств СНГ надеются, что Украина вернется к полноценному участию в Содружестве. Об этом сегодня в Минске заявил исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев. Основная тема встречи – реализация решений МИД и лидеров стран Содружества, которые были приняты в Бишкеке. На заседании в Минске обсуждают активизацию международной деятельности. Много внимания уделяется сотрудничеству в сфере безопасности. На повестке дня также гуманитарное сотрудничество. Сергей Лебедев напомнил, что принято решение объявить 2017 годом семьи, 2018 годом культуры, а статус культурной столицы СНГ в будущем году предоставить азербайджанскому городу Гянджа. Ставка рефинансирования сохранится на текущем уровне до конца года. Таков прогноз Национального банка. Об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции, посвященной подписанию двух кредитных соглашений между Белинвестбанком и Европейским банком реконструкции и развития. Напомним, за этот год ставка рефинансирования снизилась с 25 до 18%. ЕБРР и Белинвестбанк сегодня подписали кредитное соглашение на 8 миллионов евро по программе финансирования устойчивой энергетики для Беларуси и кредитное соглашение на 2 миллиона евро на финансирование программы «Женщины в бизнесе». 5 деревянных храмов Брестской области претендуют в список ЮНЕСКО. В их исторической ценности убедились и журналисты ведущих изданий и информагентств стран СНГ. В рамках пресс-тура они знакомятся с Беларусью, нашими достопримечательностями, знаковыми местами и развитием туристической сферы.